Smoke a couple trees before I sleep. Helps me keep you out of my dreams. I am hurting myself again. Constantly reminiscing. Tell me you love me. Why are you calling if you don't wanna be with me? I'm tired of these games, they're confusing. Билеты у нас на руках. И у меня получилось возле окна попросить место. Правда? Да, будешь лететь возле окна. Либо я буду лететь возле окна. А я так думала, хотела тебя спросить. Но я поэтому хотел впереди очереди стоять, чтобы попросить. Ну как ты будешь первый раз лететь, и не возле окна? Что это? Как это? Как это вообще? Спасибо. Первый раз в аэропорту ходит. Вау, самолет, самолет. Классно. Классно. Сколько для счастья, да, надо? Да, ну, наслаждайся моментом. Я вспоминаю свой первый полет, это было так небо. Я до сих пор, когда летаю, думаю, как это, ты летишь с кресла в небесах. Как это вообще, наверное, под тобой сколько там километров? 3000? Честно говоря, я не знаю, сколько нам нужно. Там будут говорить, на какой высоте мы летим. Смотрите, какой у нас самолет, как будто улыбается. Что, стрёмно? Сидит, стоит, волнует. Все хорошо, я буду рядом, во-первых. Во-вторых, это самый безопасный вид транспорта. Нет, это самый в-третьих, безопасный. В-третьих, это весело и прикольно. Если что-то случится, ты уже в-четвертых... никак не спасешься. В машине можно спастись, а тут ты никак не спасешься. Все хорошо. А тебе понравится? Я тебе точно говорю, что тебе понравится. Блин, какой классный. Прикинь, в облаках тупо так. Там у них так мало чуваки места. Чуваки в салоне, да, прикинь, вот от них двух зависит наша жизнь. Может, кого-то из них сегодня девушка бросила. Дима, хорош меня накалять. Второй сидит на топы, на топы. Такой прям мотиватор. И что это они делают? Так, объясняю тебе. Ну это пока раскладывать нельзя. Здесь где-то для обливания должно быть. Если что, вот. Ну да, это украинский самолет. Вот для обливания, что пакет, ну можешь мой еще взять. Я обычно не плюю. Как это непривычно, вы себе даже не... Она выпадает, если что. А под сиденьем жилеты должны быть, да, есть. Как это непривычно. Просто. Непривычно. Ну, типа, лететь? Я думал, уже не в моей жизни никогда такого не будет, что я полечу на самолете куда-то. Что, бабушка пишет? Блин, а я так люблю. Меня просто хлебом не корми, дай полетать. Ты успокойся, все хорошо. Сейчас это самолет, это лучшее, что может быть. Это самое ужасное, ты чего никак не выберешься, если что-то не было. А в машине ты прям выберешься? В машине конечно, это все пахнет? Конечно, в машине меньше смертей. Нет, ты что, гонишь? Если ты попал в аварию, ты можешь выжить. Если ты тут попадешь в аварию, ты хер выживешь. Ну, вероятно, что ты тут упадешь меньше намного. Ну, это быстрая смерть. Почему не дают парашюты никому? Вдруг что? Почему? Крыло шатается? Ну да, я только что слышал звук, чек походу вылез. Слышала? Пым. Ай, да больно, больно, не сжимай так. Может не надо, слышал? Сейчас хочешь дам тебе? Давай.
Все, давай, сейчас. Сейчас мы исправим ситуацию. Она прям трусится, реальность. Я не видел так, чтобы кто-то боялся летать. Разве это не чудо? Ну да, красиво. Ну ты посмотри на это разъебалово, блядь. Как же это охуенно. Тихо. Да расслабься, чё ты себя так накручиваешь? Слышишь? Расслабься, сказал. Я придумала, что это опасно. Типа, потому что мы черные дети. Знаешь, что я еще хотел тебе сказать? Прикольно, когда ты летишь, и самая красивая девушка на самолете рядом с тобой сидит. Дима! Ну реально. Так если прям весь самолет посмотреть. Нету красивых идей. Да? Я думаю, в отеле. Ну ты умеешь делать комплименты. Мне приятно. А там у нас уже темно. Аля, пристегивайся, но сначала посмотри в окно. Теплый воздух. Ладно. Пошли. Ой, мы в лете. Мы в лете. Теперь ждем. Стоп. Чего? Так круто. Такой теплый воздух. Да. С утра по снегу, да, ходили? Да, мне ж не верится вообще. Да, я первый раз, когда тоже прилетел. Чего? Это как так-то вообще? Ну что, на базе? Да. Да, показываю рум-тур. Пошли сами посмотрим. У нас балкон. Шикс. Ты такая классная. Чего? Кроватка большая. Что у нас тут? О, даже степь. Конечно. Тут у нас шо? Холодос. Угу. Душ. Ванна, полотенце, все есть. Сральник есть. О, отнимаем эти штуки. Все, видишь, эти самые ты переживал. Зубные щеточки. Да, пушка. Пушка-гонка. Класс, тебе так нравится. Пожалуйста. Да. Ну как я мог иначе-то поступить? Все, пошли гулять. А? Переоденусь. Гуляем? Как тебе? Мне нравится. В общем и целом. Нравится. Верблюд, смотри, спереди.
Ой, как это он идет сам? Не собьют ли его? Блин, не могу приблизить. Как это он идет? Как он идет? Ну идет по своим делам. Он верблюд, прикиньте, сам только что перебежал, как собака перебежал дорогу и стоит. Подожди, а что, он не мапу смотрит, что-то никого? Ну, у этого, видимо, нет, я не знаю. А давай подойдем? Он нас копытами не ударит. Он может клюнуть тебе в лицо. Ах, так сделать. Ты давай. Аккуратненько подойдем. Да, но мы еще их увидим миллион штук. Реально? Они тут гуляют? Конечно, нет, но они сами не гуляют, они обычно с кем-то. Ой, бедненько, блин, потерялся. Отведем домой. Смотрите, тупо стоит. Класс. Где он? Где он? Я потерял. А, вот же он. Эй, Леня! Леня!